must be something wrong with you, Linus. Сегодня у нас суббота. Сегодня суббота, и у нас дико снежно. И мы идем. Садрин не дает мне записывать влогмас. Вот, Садрин не дает мне записывать влогмас. Мы идем пить кофе и есть круассаны в соседнюю кофейню. Да, у меня вот такой вот наряд. Идем. Горячий шоколад пить. Или кофе. Я не знаю. Я не решилась еще. Просто посмотрите. О, боже мой, как красиво. Это первый официальный снег в Праге. Я не могу, ребята. Вы посмотрите, что за чудо, что за чудо. Это вообще такое возможно? Офигеть! Просто посмотрите, какая красивая снежная погода. Я не могу. И идем немного гулять. И наслаждаться этой красотой. Доброе утро, снимаю прямо завтрака своего, потому что через 40 минут мы выходим с самым молодым человеком на фотосессию. Сегодня запланированная в Pinterest фотосессия в почти одинаковых луках. А вот, я уже с утра на подготовке помыла свои волосы, сделала себе кератин, который не похож на кератин, но неважно, так что да, быстренько собираемся, кушаем завтрак и быстренько собираемся. И выезжаем, может быть, сегодня наконец-то покажу вам новое место в Праге, потому что мы едем на Народный Девадло, это народный театр в Праге, очень красивое место, мы будем сниматься рядом с ним. Вот, поэтому я уверена, что вам это должно понравиться и эта идея должна зайти. Завтрак, но никогда не показываю наш обед. Это наш любимый обед, чипсики со вчера, рис жасминовый,
и просто самая вкусная еда на свете. Если вы будете в Праге, обязательно зайдите в место, которое называется Монголиан, потому что посмотрите на это. И здесь садмор с салмоном. Просто красота. Просто красота. Ну что, пришло время распаковывать этот календарь, который не упаковал 3 дня. Календарь? Садра смотрит наши фоточки. Уф, ямми. Да вообще. Вот, давайте распакуем. Очень красиво. Только я вот сегодня у нас 5-е. Давайте начнем с 5-го, потому что... 5-е! Хорош making fun! Ууу, it's Twix! Мы идем к 3-й. Мы не распаковывали 3-й. Марс. И сейчас бы найти 4-й. И 4-й. Ууу, Сникерс. Блин, ну прикольно, пока на самом деле все шкафы, которые попадались, они попадались разными. Садра наслаждается самим собой. Да, бэйби?